С 1 февраля введения нормативов на общедомовые нужды не будет. Правительство региона приняло решение приостановить действие 522-го постановления региональной службы по тарифам на неопределенный срок. Дело в том, что РСТ предложила установить норматив на ОДН. Дополнительную фиксированную сумму пришлось бы платить жильцам многоквартирных домов, где общедомовой прибор учета не установлен. Например, в областном центре 3500 домов. В 3000 из них прибора для учета потребления воды нет. То есть люди бы стали бы дополнительно оплачивать вот этот как бы расход. Сегодня это принято решение, и этого не будет. Соответственно, жители не увидят в февральских платежках новой строки ОДН по водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению, холодному по нормативам, которые предусматривал 522-е постановление.